133 мероприятия были в программе, они все реализованы. Сейчас мы обсуждали уже технические детали организации взаимодействия всех служб, включая полицию, приданные силы, МЧС, органы администрации Нижнего Новгорода и правительственные структуры. Это и план управления перевозками, это и информирование жителей по введению ограничений, которые необходимы на самом деле для качественного проведения мероприятий. Я сделал акцент на том, чтобы мы количество этих ограничений свели до минимума и при этом обеспечили максимальное такое проактивное, дублирующее информирование жителей. Я поэтому вот всех призываю, на самом деле, всех зрителей телеканалов, чтобы они заходили на сайты, обращали внимание на сообщения по радио, по телевидению, в контактных сетях мы обеспечили соответствующую информацию. То есть это очень важно с точки зрения получения пропусков, с точки зрения мест остановок шаттлов. Читаю постоянно, мониторю соцсети, там кому-то не нравится где-то какое-то качество, где-то не нравится то, что очень быстро работают. Я хочу обратить внимание, сделать акцент на следующем. У нас сейчас уже снесено 56 старых подлежащих сносу домов, которые не сносились годами, хотя они подлежали сносу. 56, 10 еще в работе, 66 мы будем иметь в ближайшие дни. У нас восстановлено 545 фасадов уже. Мы все, что могли, максимум усилий предприняли, и все, что могли сделать, сделали. Я уверен, что этот максимум, это достаточный максимум, который позволит нам принимать гостей с достоинством и чувствовать себя в этом смысле комфортно.